Здравствуйте, мы на выставке CPM 2019. Дарья занимается дизайном украшений, аксессуаров. Ну, расскажите, пожалуйста, какие украшения сейчас актуальны? Я хочу уточнить, что я занимаюсь аксессуарами именно в плане. Это сумки, зонты и другие женские аксессуары, которые создают образ. Я не занимаюсь бижутерией, например, той же. На данный момент актуальны, во-первых, если говорить про фактуры, актуален металлический блеск и разные блестящие фактуры. Если мы говорим про форму, то у нас тяготение больше к круглым формам на данный момент происходит. И размеры колеблются, конечно, от больших до маленьких. Но в последнее время очень популярны стали маленькие сумки, карманы я их называю, в которую сумку практически ничего нельзя уместить, кроме буквально самых-самых необходимых вещей. Иногда даже телефон не умещается. Поэтому тренд предполагает, что приходится носить несколько сумок одновременно. В общем, в будущем году мы будем все увешаны сумками, да? Да, ну, что не сделаешь ради красоты. Спасибо большое, Дарья. Очень интересно. Удачи вам в вашем деле.